Наверное, у каждого из нас есть знакомый, который курит как паровоз и не признает электронные сигареты. То вкус не тот, то слишком горячо, да и вообще все очень сложно и запутано. Испарители менять надо, жидкость куда-то лить. Но похоже, мы все-таки нашли устройство, которое создано именно для людей, которые хотят еще проще. Von Erl — это австрийская компания, которая испокон веков производит обычные ягошки. В свете последних событий в Европе и регулирования в США, они объединились с ведущими производителями жидкости и сделали новую модель — Май. Это небольшая, немного приплюснутая электронная сигарета, которую так и хочется назвать ягошкой 2.0. Von Erl Май состоит всего из двух частей — батарейный блок и картридж, который легко и непринужденно, а главное, любой стороной, устанавливается внутрь. Поставляется это чудо в коробке из белого картона, которая как по внешнему виду, так и по начинке напоминает комплектацию продуктов Apple. Да и само устройство ничуть не хуже. Это самый стильный девайс все в одном, который нам только доводилось видеть. Действительно, складывается ощущение, что если бы Apple делали электронную сигарету, то она должна была бы выглядеть именно так. В Von Erl Май встроен аккумулятор на 350 мАч, который можно зарядить при помощи обычного микро-USB. При размеренном парении его хватает практически на целый день. Но вот заядлые вейперы могут высадить и раньше, так что им советуем носить с собой небольшой пауэрбанк. Вместо заправки жидкости вы устанавливаете в Von Erl картридж объемом 1,6 мл. Внутри стоит маленькая спираль с ватой, которая соединена с контактами. Они же соприкасаются с аналогичными контактами внутри батарейного блока. Крепость варьируется от 0 до 24 мг на мл. Потребление напрямую зависит от пользователя, но нам железно хватало одного на 1,5-2 дня. Получается не очень дешево, 600 рублей на 3-4 дня или 200-150 рублей в день. Особенно изворотливые пользователи могут заправить картридж, поддев пинцетом базу с контактами. Но делать это надо аккуратно и учитывать, что может потеряться герметичность. Жидкости с содержанием ПГВГ 50 на 50 работают с картриджами отлично, а вот более глицериновые могут заставить устройство плеваться вам на язык. На данный момент с Von Erl работают Frisco, Breuel и еще несколько производителей жидкости из США. Также есть несколько европейских компаний, но они пока не представлены на российском рынке. У нас все устройства и картриджи идут с наклейкой, показывающей производителя жидкости. Чем же хорошо это устройство, помимо компактности, премиальных джусов и стильного дизайна? Не поверите, но для начинающего парильщика оно будет идеально всем. Не нужно ничего мотать, не нужно заправлять жидкость, нет необходимости в каком-либо обслуживании или замене АКБ. Все, что остается пользователю, выбрать вкус, который ему нравится больше всего, и определить оптимальную крепость. На этом все проблемы заканчиваются. Но тут вы можете вспомнить про iCare, который и стоит меньше, и работает на одном заряде дольше, и позволяет использовать любую жидкость. Он скорее может быть сигаретным вариантом для более продвинутых пользователей. Но вот Von Erl Май — совершенно другое дело. В первую очередь он отличается простотой. Вы можете просто отдать Von Erl человеку, который никогда раньше не слышал о электронных сигаретах. Ничего не объяснять, и он все равно разберется. Мы благодарим Babylon Vape за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и кладите стартер-киты курильщикам под елку.